В эфире РБК Уфа. Мы вещаем из отеля «Шератон». Меня зовут Олег Смаков. Здравствуйте. Целью атаки на серверы Роснефти могли быть данные, необходимые для судебных процессов, в которых участвует нефтяная компания. Такое мнение высказал пресс-секретарь Роснефти Михаил Леонтьев. Хакерский взлом зафиксировали 27 июня во время заседания арбитража по иску Роснефти и Башнефти КФК-система. Пресс-секретарь Роснефти подчеркнул, что если разбираться в мотивах, которые были у хакеров, то одним из рациональных поводов было бы уничтожение компьютеров в Башнефти, где находилось большое количество ценной информации о деятельности региональной нефтяной компании в тот период, когда ею владели предыдущие собственники. Сейчас подробнее о процессе. Представитель Роснефти в суде заявил, что в АФК-система сознательно затягивают разбирательство по иску о причинении убытков в Башнефти в ходе ее реорганизации в 2014 году. Напомню, что размер претензий 170,5 миллиардов рублей. По мнению истцов, в числе которых помимо Роснефти и Башнефти еще и Республика Башкортостан в лице регионального Минземимущества, ответчики из финансовой корпорации «Система» и ее дочерней структуры «Система Инвест» используют для затягивания процесса различные способы. Было заявлено сразу несколько ходатайств. В первом ответчики просили привлечь в качестве третьей стороны федеральное Росимущество, а также нескольких граждан, некоторые из которых ранее входили в совет директоров Башнефти и участвовали в принятии решения о реорганизации компании. В удовлетворении ряда ходатайств отказано. Рассмотрение других перенесено на следующее заседание 12 июля. Сторонам дали время ознакомиться с вновь представленными документами. Теперь информация о курсах валют, установленных Центробанком на сегодня. Доллар и евро подешевели. Американская валюта минус 11 копеек 58,88. Европейская просела на 12 копеек 65 рублей 95 копеек. Лучшие обменные курсы на данный момент. Покупка доллара в Россельхозбанке за 59 рублей 2 копейки. Продажа в банке Югра за 59,20. Наиболее выгодное предложение по покупке евро также в Россельхозбанке за 67 рублей 2 копейки. По продаже в банке Югра за 66,90. Средние и крупные предприятия Башкортостана за 4 месяца текущего года получили прибыль в размере 58 миллиардов 700 миллионов рублей. Это на 7% больше по сравнению с таким же периодом прошлого года. Доля нерентабельных организаций сократилась примерно на том же уровне, около 25%. По данным службы статистики, самый большой прирост прибыли зафиксирован в научно-технической сфере, почти в 5 раз по сравнению с 2016-м. Сольдированный финансовый результат превышает 7 миллиардов рублей. На втором месте строительство. Рост в 3 раза. Сальдо 909 миллионов рублей. Убытков больше всего несет розничная торговля, за исключением продажи автомобилей. Минус 90% к прошлому году. Сальдо 233 миллиона рублей. Почти 90% падения прибыли демонстрирует также сфера добычи полезных ископаемых. И к этому часу пока все. Оставайтесь с РБК.